Состояние одного из шестерых пострадавших на металлургическом комбинате в Темиртау медики оценивают как крайне тяжелое. Мужчина впал в кому и находится на искусственной вентиляции легких. И напомню, в коксовом цехе промышленного гиганта произошло воспламенение газа. Шестеро рабочих получили термические ожоги. Трое из них находятся в реанимации больницы Темиртау. Еще трое пострадали и доставлены в областной центр травматологии и ортопедии. У одного больного 10% ожога, и у двоих 6%. У всех больных ожог кисти глубокие, второй-третьей степени. Состояние у них стабильное. Находятся они сейчас в отделении, в ожоговом отделении.